Мирабалар, Ассасанас, мои дорогие, всем большой привет! Как вы поживаете? Сегодня будем печь с вами, девочки. Так, сначала мы положим 125 грамм сливочное масло. И туда же стакан сахара. Bir bardak su bardağı şeker 125 gram tereyağı. Ну вот так вот мы это должны. Масло чем мягче, тем лучше. Ну вот, помешали мы сахар со сливочным маслом, хорошо, чем где три яичка у нас, и по одному мы добавляем тоже по одному. Bir anda düştüler. Tamam. O bir svalinisi. Вообще надо одному добавить. Вот так вот мешаем. Так, здесь 2 ложки столовые йогурт обычный. Никаких кашек йогурт. Кашпат. Это все хорошо у нас 2 стакана муки, внутри пачка ванили и пачка для выпечки. Вот. Бурда бир пашет карбонат вар и пашет ваниль ве ики су бардал ун. Понемногу добавляем и мешаем. Когда уже будет так густовая стенка, уже мешаем лопаточкой. Персиковый пирог, девчонки. Девчонки, так, это все хорошо мешаем. Я прям карбонат и ваниль сюда же положила.
Сил нету, сил нет. Еще начинается жара. Привет. Девчонки, легкий пирог сделайте. Еще такой вкусненький, прям, знаете, очень хороший. Так, перейдем сейчас на лопаточку. Ну, конечно, вот это дело, конечно, мешает лучше, чем лопаточка, потому что я лопаточкой уже мешала. Не очень довольна, если честно. Так, это я ложу вот так в пакетик. Вот так это все мы мешаем. Девчоночки, хорошо прям помешали и выкладываем сюда. Это все дело. Вот этим очень получается прям чистенько. Выложили все, ничего здесь не остается у нас. Вот так вот. Это все мы разглаживаем вот так вот. Ровненько. Вы знаете, у нас здесь у кого-то свадьба. Сегодня кто-то прям замуж собрался. Этот Маша печет, они замуж собираются. Вот. Вот так вот это делаем. Чтобы ничего не осталось. Ведь вообще камничек. Поезд, да? Да, где, где? Я первая. Вот так. Теперь мы, я вам сейчас покажу это все дело. Эрик Таулур, Шестали Таулур. Девчонки, кто как хочет. В общем, строим. И у меня были длинненькие в прошлый раз. Я решила сделать покороче, потому что когда берешь длинное, вот это вот неудобно. Думаю, сделаю короче. Вот так вот это все дело. Близко-близко строим, знаете, потому что оно, когда набухает, все куда-то разбегается. Böyle kısa kısa kestim. Çünkü önce de uzundu da. Ama uzun olunca biraz biraz olmuyor gibi geldi bana. O yüzden bu sefer kısa kestim. Kısa daha iyi galiba. Чем, в общем, если короткие, еще лучше, потому что были длинненькие, девчонки, вообще, ну вот как кушаешь пирог, ну она там, во-первых, не разрезается, а когда берешь вот вилочкой, лучше, чтобы сразу, да, разделился как бы. Поэтому я рекомендую вам, если у вас большие там фрукты побольше, надо их разрезать, чтобы они такими длинными дольками не были. Но если абрикос, например, он нормальный размерик такой, более-менее. А вот персики большие, и они прям, их надо было просто разделить. Так.
теперь внутренний слой. Вот мы его hepsini bütün şeftalilerini güzel güzel diziyorum. Kayısı da olur, erik de olur. Ne istersiniz? Что желаете, девчонки? Хотите сливы сделать, хотите абрикос сделать? Это уже на ваше усмотрение. Кто что любит? У кого что есть дома, да, как говорится. Вот, у меня были персики, я решила сделать персики. Ben de sadece şeftali var evde, o yüzden dedim şeftali yapayım. Şeftali de iyi oluyor. Evet, böyle diziyoruz. Hepsini. Üstüne daha bir şey olabilir de bende yok. Mesela badem. Ну, этот. Можно хоть что, девчонки, посыпать сверху, да, там, не знаю, листья этого были. Но у меня нету, у меня ничего нету сейчас, у меня только есть такие шоколадки, то, что я могу сделать, девочки, да. Поэтому я делаю вот так. Böyle dizdik. Şimdi fırında. Böyle 5 dakika duracak. Sonra fırına. Девчонки, 5 минут даю постоять, а потом уже в духовку. В духовку на 175 градусов 40-50 минут. 175 derece, да? 40-50 dakika. Evet, вот достали наш пирог. В общем, он вот так приготовился. Ну, теперь мы возьмем пудрочку и будем ее припудривать. Симпатично, симпатично делать красоту. Вот. Припудрим ее на весь дунья. Ну, вот, девчонки, обсыпаем наш пирог. Сахарной пудрой. Я люблю побольше пудры. Как-то мне так нравится. Нравится очень. Чтобы было припудрено. Evet. İşte böyle oluyor. Ben seviyorum biraz tozu fazla olsun. Девчонки, ну вот к чаю пирог готов. Так что готовьте, очень вкусно получается. Görüşürüz. Merhabalar canlarım, nasılsınız? Мои дорогие, всем большой привет. Как у вас дела? Захотелось холодненького молока. Чалк славянский. From Украина.